После богослужения у нас, после собрания, за столом они сидят. Операции, осторожнее, сестры, ширы коробки не открывайте. Так, Володя, где Володя, нету? Я рыбу послала сушеную, получили? Это Володя забыл опять. Какая она рыба, скажите? Гальяна прислал. Ребятишки все любят очень. Что же делать-то? Как его найти? Видите, как у нас по-грузински. Мужчина отдельно за столом. А Шушаника с ними садиться не может, то есть Сусанна. Так, мне отдельно на тарелку наложите хорошие собачки. Не горох только. Да тут нет горох. Там она меня ждет. Это не горох. Это рис. Это не горох, это рис. Ну наложите еще тарелочку, дайте мне там, кто не доел. По ложке по одной. Сюда, положи, вот сюда, дай. По одной ложечке добавьте сюда. Ну сделайте, чтобы я не две тарелки брал, то в одну сложите. Это много уже, много, отдельно где-то. О, что, понравилось тебе? Дружно у нас все идет. Володя, а где сушеная рыба-то давал тебе? Здесь лежала. Ну покажи где, они не знают даже. Покажи. У тебя все равно, что ты не довел до места. Ну вот там она лежит, на. Держи-ка. Пойна, поснимай. Сейчас мы уже не будем. Так, кто хочет деликатес попробовать? Рыба. А, наверное, оно вам больше нравится. Так, кому дать? Надо как-нибудь к вам прийти и вас там снять, как вы там чапаете. Самые просматриваемые ролики. Мне немножко оставить. 100% самые просматриваемые. А то у меня нету дома. Кому дать рыбу сушеной? Видишь, там же это. Кому дать рыбу? Нет, спасибо. У меня живут, так, Евгений. Не пожалеешь. Галянчик? Нет, нет, у меня есть. Ты хвалил. Я да, я ем постоянно ее. Тебе дать? У меня есть. У меня дома бодейка. Галянчик. О, ничего себе, отрыгнуло с перцем. Кошмар. Галянчик? Я дракон, что ли? Сейчас я тебе поеду. Нет, у меня вот сюда в горло пошло. Это что такое печеное? Так, у меня рыба сушеная. Кому дать? Гальяна. Василий. Дать тебе? Вы ему с тобой-то, может, дайте, если захочешь. Сейчас пойду собаку кормить. Ты за мной сейчас жди, сейчас я выйду, подожди. А что жди-то, мне одеваться надо уже. Уже такой не выйду ногой. Вова, ты нас больше так не мороз. Ну не знаю, что-то как-то сегодня не натопилось почему-то. Я уже думала, что это было приказание экономить уголь. У нас нормально? Не-не-не, все отлично. А так что-то температура не нагрелась. Так, так, я собаки сделал, пошли. Ну, мне одеться надо еще. Давай. Я не вижу, ты что. Рукой закрыл все. Звонили. Пойдем-ка, она меня ждет. Где моя собачка, а? Хорошая собачка. Пойдем скорее сюда, иди ко мне. Пойдем. Пошли сюда. Вот она уже, иди сюда. Вот она, хорошенькая собачка моя. Давай, ешь, 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 ешь. Не хоть я не твой, бери. Запуганная, ешь, 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 ешь. Хорошенькая собачка, ешь. Да. Замечательная собачка. Ешь, давай, ешь.
успокойся. И главное, ошейничек у нее есть. Кто-то же ее то ли выгнал, то ли потерялась. Я видел на остановке тут трамвайной, на старом базаре. Большая собака, ошейник такой дорогой. И она все трамваи встречает и сидит. Трамвай идет, она за ним, пока не откроют. Это вообще видно, что не старая. Вот она ест, пожалуйста, ешь, ешь, ешь. Хорошая собачка. Она, видишь, как настороже, она знает, что добра тут не дождешься. Да. Поближе подойди сюда. Хорошо, ешь, 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 ешь. Да она убежит. Она убежит. Резких движений не надо делать. Она убежит. Подходи, не надо к ней подходить. Все, не будем смотреть. Иди, ешь. Видишь, она какая опасливая. Все надо там. Пошли туда.